Всем привет, дорогие друзья, с вами MadScream. В этом видео хочу помочь всем своим подписчикам и не только выполнить вот эти все задания, кроме одного. И сейчас я вам расскажу, как же вы это можете сделать. Итак, за выполнение всех этих заданий вы получите, во-первых, элитные осколки на обычных героев, элитные осколки на тьму и свет, 5 ядер превосходства и 100 перьев. То есть довольно-таки существенная награда. И давайте разбираться, как это получить. Итак, во-первых, вы должны, это для платформы Android только, добавить вот этого игрока с ником Тар. Это Таргета, его, кстати, можете благодарить в комментариях за то, что он предоставил аккаунт. Вот этот айдишник я также оставлю под этим видео, сможете его найти и скопировать. Вы его копируете, добавляете в друзья. Вот с помощью лупы вот здесь справа введите ID, вставляете запрос. Нельзя добавить самого себя, но вы сможете, конечно, этого игрока добавить. После этого вы ожидаете какое-то время. Будет запущен макрос, который автоматически будет добавлять заявки. Помимо своего айдишника, кстати говоря, добавлю еще айдишник Барри. Барри Гейминг, он также занимается этим добавлением, поэтому у вас будет двойной шанс попасть в друзья и выполнить бой. И также после проведения боя не забывайте удалять себя из друзей. Не оставайтесь в друзьях, чтобы остальные игроки также могли добавиться и получить награды. Я уже освободил список друзей, здесь абсолютно никого нет. И также хочу рассказать механику того, как вообще добавляются в этой игре друзья. То есть смотрите, когда отправляется несколько заявок, есть здесь ограничения по списку. Максимальное количество заявок 10 может быть. Соответственно, те, кто, к примеру, уже свыше 10 добавляют, они удаляют самую первую заявку, которая была в этом списке. То есть постоянно вот этот список, он обновляется независимо от того, как я добавляю в друзья вот с этого аккаунта, как добавляет макрос. Поэтому вы подойдите один раз, не факт, что вас сразу макрос добавит. То есть вам нужно время от времени постоянно закидывать запрос, и таким образом вы все-таки добавитесь. Помимо этого, я уже поставил в защиту команду. Она состоит как раз таки из всех героев, которые нужны. Это Эос, Аспен, Веса, Асмод и Джахра, по-моему. Ну и, соответственно, новый герой — это звездный алхимик Хоум Янг. То есть вы можете добавляться, и, в принципе, все награды вы забираете, кроме одной. Кроме награды за 100 перьев. Здесь нам нужно выполнить бой с участием 8 разных героев превосходства. Это тоже делается довольно-таки просто на испытании чемпиона или в испытании чемпиона. Но также учитывайте то, что новые игроки не смогут, к примеру, найти данный аккаунт. Почему? Потому что вот здесь в награде сверху пишется подразделение данной арены. Она делится в зависимости от уровня аккаунта. Данный аккаунт находится в самой максимальной лиге, которая называется Арена Героев. То есть у вас вот такие вот должны быть награды по ресурсам, как вы видите сейчас на видео. Я на этом аккаунте выставил все 8 героев. Они без питомца и слил рейтинг. То есть сейчас этот аккаунт находится на 10649 месте. И он вот так вот будет болтаться, то есть в районе этого рейтинга вы можете найти этот аккаунт. Но также учитывайте то, что любые победы и поражения, они меняют рейтинг аккаунта, поэтому не факт, что вы, посмотря это видео там через 5 часов, сможете найти этот аккаунт на этом же месте, на этом же рейтинге. Поэтому я его запустил, если вы его встретите, можете смело подраться. Ну и в принципе без него вы также сможете подраться, там найти какого-то другого игрока. Но стабильно данные игроки с 8 героями, они будут находиться как раз таки в топ-100, там в топ-300 и... К сожалению, немногие доберутся до такого рейтинга, поэтому можете искать вот этот аккаунт Таргетая вот на низком рейтинге. Я думаю, что его не сильно сольют и не сильно он поднимется, потому что я не выставлял питомца и все герои раздетые. То есть я абсолютно раздел всех героев, соответственно, их очень легко победить. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр, айдишник вы найдете под этим видео. Можете поддержать меня и канал подпиской, пальцем вверх под этим видео и каким-то комментарием. Все, увидимся в следующем видео. Постой, путешественник. Это я, королева Фейвеса.
Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня ВКонтакте или Телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать.